Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается столкновения участников акции движения сопротивления. Они, как вы видите на экране, хотят возвести флаг на здание Министерства юстиции Армении. И как мы видим, столкновение с полицейскими. Они хотят воздвинуть сепаратистский флаг. И как мы видим, у них это получается, так как они смогли уйти от полиции, от охранников. Как мы видим здесь, Министерство юстиции Армении. И они возвысили сепаратистический флаг на здание Министерства. Спасибо всем за внимание и удачи всем.